Поймали на месте совершения административного правонарушения. Двое мужчин накануне сбрасывали строительные отходы на контейнерную площадку. Их действия зафиксированы на видео, которое передано в правоохранительные органы. Порядок в городе зависит от каждого из нас. Соблюдать правила не так сложно. На обычных контейнерных площадках расположены синие баки, куда выбрасываются отходы, предназначенные для переработки. В серые контейнеры можно утилизировать пищевые отходы. Если нет специальных емкостей для крупногабаритных отходов, то вывозить их надо на площадке мегабака. Для вывоза строительного мусора необходимо обратиться в управляющую компанию. За несанкционированный выброс крупногабаритного мусора предусмотрен административный штраф. Если вы стали свидетелем несанкционированного сбора мусора, не оставайтесь в стороне. Зафиксируйте нарушение и отправьте фото или видео на почту, адрес которой вы видите на экране. Сделаем город чистым вместе.